Друзья, всем привет! С вами Иван и канал Автогараж 23. Сегодня такой вопрос: почему плохо включается скоростя на автомобиле, как на новом, так и на старом? Давайте будем разбираться. Мой подписчик написал мне на мою электронную почту. Он себе приобрел новый Hyundai Solaris. И у него там проблема. У него плохо включалась первая скорость. То есть, пока машина холодная, скорость плохо включалась. Но когда автомобиль прогревался и в течение там 15-20 минут он поездил, скорость включалась в штатном режиме, все отлично работало. Так вот, вот он задает мне вопрос: в чем может быть причина плохого включения первой передачи? Если бы это был старый автомобиль, то я бы сразу поставил диагноз, что дело в синхронизаторах. То есть синхронизаторы изношены и скорость включается плохо. Но дело в том, что автомобиль новый. Поэтому дело здесь в одном, это в масле. С завода, скорее всего, залито некачественное масло. Я посоветовал ему заменить масло. Как вы думаете, что произошло? После замены масла он залил туда качественную синтетику. Скоростя начали включаться нормально, как на холодном автомобиле, так и на прогретом. Все дело в масле. Потому что с завода они заливают самое дешевое масло. Вот из-за этого может быть и вот эти вот все проблемы, что плохо включается какая-нибудь из передач. Но никак не в синхронизаторах. Да, бывает, брак идет. Но большую часть это масло. То есть нужно было слить масло и залить новое. И все отлично заработало. Надеюсь, это видео для вас было полезное. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Будут вопросы, пишите в комментариях. Обязательно на них отвечу. Ну а с вами был Иван, канал Автогараж 23. До новых встреч.